Так, ребят, стрим упал, я сейчас надеюсь, что он поднимется и все будет хорошо. Твич отвалился, но надеемся опять же сейчас подрубится. Да, Твич работает, все окей. Это мой интернет. Бывает такое. Так, ладно. Так. Тут мы просто полезем посмотреть, как мы вообще в теории пробиваем коней, не пробиваем. Наверное, не пробиваем. Не смотри, пробиваем. Если морали нету, то в принципе все норм. Лев еще хорош. Johnny finds this out. Married a girl, just a teen, cutest little girl I have ever seen. We were happy as a week, but Mary got lonesome just waiting for me. Lonesome Mary. Жадные дети, спасибо за сабскрайб. Так, Twitch отвалился чатик, сейчас мы его опять же подрубим. Не, ну давайте и на магов полезем, чё. Давайте на магов полезем. Чё ж стесняться-то? Ну, мага же я точно не пробью, но полезем чисто по фану. Да ладно, я и магов пробил. Причем у меня осталось фулл стек лукарей. И даже какая-то прикрышка, да я согласен. Тактику давай. Оружие, тактика, слушай. Может даже и не будем рестить. Ну, разбежка дерьмовая, правда. Ну, а здесь опыта подрулим. Их там много должно быть за это. Ну, сотен, да, должно быть 500 опыта. Не, ну так-то, блин, конечно, нету мяса никакого, но, возможно, сейчас какие-то нычки найдем еще. Стэк стрелков есть, валеска качается, вроде неплохо. Блядь, дальше стрелки опять, вы что, серьезно, что ли? Алло. Донат на лаг зашел. Ну, кстати, возможно, возможно. Блин, ну даже с тем рассказом, что мы пробились, все равно расклад говёный. Хотя у меня героев больше. Ну ничего, сейчас Джавдед еще отрестит. Пускай разбежка в 4 героя на Джейме. Так, эльфов мы уже точно не пробиваем.
Ну, с адекватными потерями. Серьезно? Так, но он рестарт не взял. Блин, ну я все равно эту раздачу играть не буду. Это, конечно, забавно все. Ну чё-то, ребята. Чё-то, наверное, все-таки нет. Хотя забавно было, согласен. Было в могилу зайти. Кстати, да, надо было реально могилу чекнуть, там КЗ. С КЗ можно было бы поиграть. Да не, золота нет, разбежка дерьмо, дороги дерьмо. Так, поправим таймер. Нет, там объектов нету, да не, ребят, там вообще забейте. Это просто по фану, конечно, что все блоки пробились удачно. Все равно этого недостаточно для игры. Сравните просто с первыми сдачами, допустим. И то, что сейчас было. Утка неплохая. Не самый, конечно, крутой велик, но... Го, по идее, близко, да, получается? She's the prettiest girl in town, and at the buzz it's around.
Гурни, кстати, можно мейном даже сделать, по идее. Ну, первое время Валеска воевать. Надо сразу сюда пробиваться, да, Валески, опять же. Не будем. Да ладно, не будем пока брать. Лучше мясо возьмем. Кстати, можно еще не пробить адекватно, но попробуем. Notem Play 112, спасибо большое за поддержку. Блин, реально ведь не пробью нормально, да? Может подраться с этим пойти? Скорее всего, армия просто тупо нету. Плохо подрался, можно было нормально подраться. Плюс, наверное, надо было брать трех грифонов тоже как прикрышку. Все-таки объект сильный. Подождем, опять же, может быть, отрестит у нас Джавдет. Если нет, то возьмем свой рестарт, ничего страшного. Переблочено все. Неприятно в любом случае. Так, еще на героя не хватает. Хотя два улья было. Ну, ладно, подождем. Если все это как герой будет, ну герой будет до упора, там посмотрим. Если закончим не поздно, либо понят спать пойдет, возможно, ХС подрублю. Рестартов оппонент взял 2, я пока взял 1. Ну,
Очень вероятно, что второй лес сейчас будет. Ожидаем пока. Расскажи, ну, обмен войсками и артами внутри замка только в ходе возможно, а то не помню, что ХД, с Гарбоном эта функция была. Ну, за... войсками всегда можно было меняться в замке, это, собственно, несложно между гарнизонами. А вот артами, ну, вообще наличием рюкзака, машинами, в том числе, можно меняться, да, только в ходе. И мне, кстати, этот момент вообще не нравится. Это как бы, ну, упрощение игры, оказуаливание, на мой взгляд. Надо было сначала пиратов пробить, потом улики и гон 1-1-2, точняк, блин. Чё-то я не смекнул сразу. 50 морских волков жахнуть. Джевде, трести уже, да, поехали следующую. Он тоже сидит такой, ждет, ну давай, Саня, сделай рестарт. Это все ерунда. Он первым принимает решение о рестарте, он красным цветом играет. Смысла в этом никакого нет. Сидеть и ждать. Это я могу сидеть ждать, как синий. Но это то же самое, что если бы мы играли в обычного героя без одновременного хода, и просто до меня ход не дошел, оппонент бы зарестил. Он же первым ходит, по сути, и принимает решение. Так что это вы себе придумываете то, чего быть не может, в принципе. Спеца по стрельбе не будет главным, потому что смысла в этом нету. Валеска хороша только тем, что мощный стек стрелков сразу, плюс бонус стрелкам по скорости, просто там немножко. Ну и эффективно можно воевать. Опять же, в соде я бы за Валеску не стартовал, но в ходе Валеска хороша. Странно, что ты не оценил передачу в городе героями, это же удобно и логично. Нихера в этом логичного нет. Повторюсь, это, на мой взгляд, упрощение и оказуаливание игры. К этим же моментам я могу отнести, ну, допустим, навскидку, возможность разбивки героя с наручниками. Два таймера написали уже. Правильно написали. Одновременный ход, два таймера, один мой, другой оппонент. Понимаешь, Яр, как бы раньше, ну и сейчас, собственно, в соде, чтобы поменяться артами и машинами, тебе нужно было тратить мувы, как минимум. Плюс в лейте, когда, ну или даже не в лейте, когда у тебя полный пул героев, ты должен был заморочиться. Как же правильно оставить арты... Вот.
Ну, потому что ты, допустим, с артами забегаешь в город, надо передаться, а все герои нужны, и, собственно, ты, нуб, сделал ошибку, не продумал этот момент. А здесь все просто. И как бы смысла в этом никакого нет. Ну, на мой взгляд, опять же. Что странно, не странно, но вот как-то так. То, что это проще, базара нет. Крабик поддержал наш канал на Гильге на 100 рублей с комментарием «Молоток». Спасибо тебе, Крабик. Два рестарта потратили, по одному осталось. Тут вот фу хорошие арты пока сыпят. Вот два родных героя, вообще шикарно. Вообще. Солнечный ток. Перья, кстати, стрела, да? Тоже хорошо весьма. Тактика, кстати, возможно, поможет нам башню драконов пронять. Еще мясо. Да не, даже копейщиков не хочется терять здесь. 7 убьет на грифона, интересно. Блин, я еще неправильно, на одну клетку надо было дальше поставить. Но, по идее, не убьет. А, тем более я первый хожу. Туда вообще насрать. Даже восьмая скорость, что я парюсь. Конюшенка, красная дракона. Да, наверное, надо лезть. Тем более я могу даже залезть там в леске. Хотя тогда я не успею, не успею. Ай, ты нормально возьмем, что палец. Или все-таки валески, красные драконы. Один красный дракон. Да не, нормально должно быть. Че париться? С тактикой изи пробьем. Ну только морально сравнить, по сути. Так.
файт сразу же в Олеске брать. Прям сразу же. Не, ну босс файт так-то хорош, но вот на джеме. Безусловно. Давай возьмем. Мефала очень хороша, кстати. Мефала в мамке пойдет, скорее всего. Валя надо сюда отправлять. Можно и не Валя, можно. Духов-то, блин, с таким количеством мифала пробьет, что париться-то. Так, давай, ладно, мифала сюда. Нужно книжку и, кстати, сразу будет купить. Ну, типа, особо не, да, не парится, да? Сюда, сюда, книжку купим еще. Да и наверх отправим. В Олеске тогда сразу пробежимся даже вперед, наверное. Объектов не видать. Вот это плохо. Но все-таки Валеска сюда. Здесь опыт, можно качнуться. Да, ребят, объектов не видать. По сути, из хорошего... Ну, типа, более-менее нормальная разбежка. Есть мифала, есть конюшня. Много стартовой армии. Но объекта ни одного нету. Что, может, рез взять нужно?
Ну реально тут особо ничего не винать, по большому счету. Ай, с другой стороны, последний рестарт. Ну ладно, давайте попробуем. Без объектов туговато. Это же джеб, объектов полно, просто чуть дальше. Да-да-да, рассказывай. Спасибо, тренер, за подсказку. Все, рестарты потратили. Объекты. Вот, кстати, лук тоже нормал. Две нычки коней. Это хоть на джеб уже похоже. Вот, вот это джебус. Конца, что ли, еще?
Джавди отрезать берет. Вот, блин. Все хорошие сдачи отрезать. Ладно, рестов нету, сдача на удачу. Ребят, пеку на удачу, говорили. А давай. Кого нет пеки, ставим капу. Не, блин, вот это очень жирно было. Тут и нычки коней, которыми можно... Ну, типа, раскрутиться. Ну, одна нычка сразу бралась. Ну, с богом. Нычка ангелов, руги, и зефирка, и все на одном. Ну, в радиусе одного хода, скажем так. Сравните с прошлой генерацией, где вообще ни одного объекта не было. И дороги, в принципе, норм были. Ну, ладно. Было, то было. Золотых драконов пробьем с тактикой. Наверное, пробьем. Во время идет вопрос, какой замок любимый, ламовички. Да понятно, не что. Герои-то популярность не, не теряют, новые зрители приходят, это здорово. Так. Так слабо добьешь.
Просто слабенько. Блин, много потерял. Ярд еще дурацкий, ну ладно. Что ж поделать. Изначально вообще что-то секретно было, честно говоря. Кассиопея. Талик подписался второй месяц подряд на Твиче. Welcome back. Спасибо за subscribe. Смотрим, что нам обзорка показывает. Два улья. Вот этот улей хороший. Две нычки. Коней, кстати, да, только они далековато, но тем не менее они есть. И они рядом. Возможно, сверху как-то будет подход. Вряд ли, но в теории может быть. Охрана не очень приятная, стрелковая, но тем не менее. Сюда надо Валеску, наверное, засылать, да? Золото нормально накидано, в принципе. Какой-то свиток за эльфами. Ничка монков. Лампа джинов, кстати. Вот тут очень много будет вампиров. Могила воина. Черман. Я вот не знаю, даже копейщиков, блин. Ладно, пусть будут пока. В Олеске съездим сюда. Леску точно сюда потащим, дроидов будем убить. Ну, с другой стороны, можно сейчас
Всеволодвинов, спасибо еще раз за поддержку на лакпека, спасибо. Так. Можно, в принципе, еще героя надеюсь. Ну да, на блин, еще героя. Наверное, даже сюда, здесь собирать кучу стартовый бонус, да, какой хотят. Опа, маленькая конца, но мы ее будем после этих брать, да, уже после меча коней, наверное. Маленькая конца. Ты такая маленькая. Щеночка. А чё так много, да? 50 собак. А там только эта нычка и все. Слушай, ну мне проще даже этих, наверное, пробить. Если здесь 50 собак, то значит, что, ну, во-первых, их там ровно 50, потому что здесь, ну, видите, да, какие охраны. А во-вторых, короче, это значит, что зон касла точно не одна, потому что слишком сильная охрана. Слушай, а с таким количеством еще коней мы конина же воткнем. А я могу воткнуть и касл. Так. Получается второй день. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Нет. Или коней, или ангелов.
тут, наверное, даже коней выгоднее втыкать. Поскольку ангелов будет всего два, а коней мы в кассы можем воткнуть с тремя нычками. Если нычку ангелов не найдем, то выгоднее будет коней воткнуть. Так, хорошо, слушай, тогда может реально Валеской вот с этой нычки начнем. А мы пробьем еще такой стык псов. Вот, мне интересно. Полтос плюс собак, это же вам не хухры-мухры. 31 этот. Типа нычек каких-то не скалываем. Там тело и мельница за собаками. Где? Вот собаки. Какое тело, какая мельница? Вы чё? Только собаки. That's all I want to know. And what they're saying. А, лол, чё я торможу, действительно. Чё-то меня клинит. Я вообще этого не вижу. Оно как отдельно стоит. Ну да, тогда, конечно, бредовая тема. Но тогда план не меняется. Я смотрю, в упор не вижу. Смотрю, за собаками ничего нету. Тварина молодец какая. Ладно, поедем тогда туда, сюда. На деревьях пробьём. Так. Still okay. That's all I want to know. And what they're saying. Say it is. В Олеске можно школу войны посетить. Почему нет? Давайте не моралиться деревья, пожалуйста. Take me to a bar
Желаю тебе, братишка, чтоб всю жизнь стояла шишка. Спасибо, ТРНТ. За поддержку, за пожелания, собственно, взаимно. Тактика, кстати, хорошо против стрелков. Погоди. Блять, тут нет прохода. Я не в ту сторону побежал, да? Блин, я только сейчас клеманул, да? Это... Сюда надо бежать. Ой, дурак! Какой, ребята, а что меня клемануло, что здесь проход снизу? Если он сверху. Ладно, придется разбиваться тогда. А где разбиваться? В улье. Блять, что за, сука, день? Ладно. Войска можно перекинуть. Эту взять. Just do your best for rock and roll. Чтобы забвение развести еще. Oh,
очень неплохо. Все главное, чтобы мухи не сморались, потому что пешком бежать не надо. Заняли хорошо. Вот и нычка ангелов. Болотная. История, окей. Так, сейчас самое главное, самое главное. Чтобы не сморались. Надо вот здесь. Так, арты на всякий случай. А, сниму, так, да. Фуф. Будем все-таки, наверное, с нычкой-то ангелов строить. Я думаю, ресов наберем. Давай, гем. Здесь же нет нигде там никакой тюрьмы, ничего такого. Не тюрьмы, в смысле, внешней таверны. Значит, дома покупаемся. Покупаем книгу. Так. Огров будем бить, куча всего. Да вообще можно и пробить на самом деле. Ну посмотрим. I'm
Коробка. Можно пробить тоже сначала коробку. Так. Но пробьем мы этих ребят, я думаю. Ухо похлопнем. Так, а сколько будет Валеску сносить? Сколько будет Валеску сносить? Давайте прикинем. Так, у нас 32 лучника, да, получается? Здесь единичка. Здесь 31. Так, 32 лучника, 2 леска, леска нулевая, правда, но тем не менее. 3-3, левел 2, арчер базовая на траве. Так, бьем мы огров. 2-3 на прямой стреле. Играл в цивилизацию, если играл, то как тебе? Играл когда-то давно, совсем чуть-чуть. Наверняка хорошая игра, просто я... Ну вот так вот. Блин, ну вот этот, конечно, плей, это вообще папский просто мув, ребят. Особенно в турнирной игре против серьезного оппонента. Просто не увидеть. Ну и блин, я посмотрел, вроде отсюда заход. Ну нет. Ну, по сути, я реально день просрал на это. Ладно. Казармы сейчас поставим. Опять же, сейчас казармы. Когда там ангелов мы воткнем? Хороших вполне. Арест нормальный вполне, объекты есть. Соперник хороший, да, соперник сильный. Тут инфа про портал. Портал славы имеется, новичка ангелов. Так.
хорошо, хорошо. Скотина. Такс. Won't you bide a while, ride a mile
наверное, типа того. Все, а что так мало? Там же объектов до жопы вообще. Так, лучше поверху здесь ходите. Совсем как-то мало, я думаю, там штук 30 хотя бы будет, 40. И тут просто как в тире отстреливаешь и все. Блядь, на птицу все же положили. Валеска-то вообще неплохая барышня. Земельку возьмем. Шоколярня, давай шоколяра. Не портить. Кого сначала? Магога будем бить? Наверное, да, Магоги проще, чем бить эльфа. Так. Да, на мой взгляд, Гоги проще. Так, вот этого парня еще можно будет уволить, в принципе. При желании.
Моднейшие выстрелы еще. От которых не спрятаться, не скрыться. Ну давай собаку дадим. Единички вот так как-то, наверное. Можно подставиться, чтобы по двоим стрельнуло. Собаку тоже напрямую стрельнуть можно. Хотя собака пригодится МБ. Полечить даже.
землю вкачал уже. Ну, давай потом возьмем. Тут есть еще кача до 12-го левела. Коробок пока вроде не винаюсь. Так, теперь бьем эльфов. У нас уже кони появились. Все, все неплохо. Так. Так. Собаку можно взять. Кривовато, по-моему, получилось. Нет, даже не хочу. Хотя... Одного этого, ну давай. Нормально, потери. Разбиваться, слушай, ложком брать. Да, наверное, надо разбиваться, ложком брать. Так, а нужны бабки, как бы. Как бы. На какие шиши ангелов Бабки вроде бы есть. Вроде бы нормально. Почему мудрость не взял? Да потому что мудрость на 12 левеле еще предложит. Мудрость нужна под коробки какие-то, под ящики Пандоры, а так пока не нужно. Важнее прокачать другие у нас стрельбу, там лидерство, доспехи, тактику. Словить логистику какую-нибудь. Так,
car she's driving is sure a beaut. There's so many things to her I wanna say, but every time I'm close enough, she pulls away. Fuck. The blonde in the 406. I guess that's how she gets her kicks. Just shutting all the fellas down. She's got the fastest car in town. The blonde in the 406. I guess that's how she gets her kicks. The blonde in the 406. I guess that's how she gets her kicks. Well, I've been surfing. I've been surfing. We're surfing every witch, a witch, a witch away, yeah. I've been surfing, I've been surfing. Surfing every witch. Так, значит, здесь мы снова пропал славу. You know I'll shoot that curl all day. Да, сейчас с флажком неприятным будем, нет, надевать нечего. Хотя какая разница тут? Вообще я. Так, да, мы купим эти, мы перевернем. Так, сейчас
чатик пригружу, стрим, скорее всего, упал, поднялся, я надеюсь, и все хорошо. Хорош дроп один, блядь. Сволота. Что-то с интернетом, видимо, я хер знаю. Что-то змея хранят. Так, ангелом, значит, со следующим днем, да, подвезем? Ну да, получается так. Плюс мне кого-то уволить надо. Ну, наверное, тебя можно. Джедит мне нужен. Короче, этот нужен, этот нужен, этот нужен. Так, ты точно сюда едешь. Party time. Party, party.
Ладно, бежать, ну ладно. Так, ребят, я хрен знаю, дропы действительно идут периодически, какие-то проблемы с интернетом, но стрим при этом идет. Можно попробовать ребутнуть интернет. Так, сейчас, значит, тогда стрим пропадет на какое-то время. После этого, надеюсь, уже запустимся без дропа, и все будет хорошо. Так, перерыв небольшой. Go away.